Ну, вы хоть немного послушали? Ну, маленько послушал, но у меня-то остается она. Ну, ничего не скажете? Ничего не скажу, потому что я считаю, все получил, только поставил и отправил. Ага, я ну, знаю, ладно, у меня никуда это не денется, она есть. А тут все время идут звонки, и мне надо отвечать, я толкусь здесь. Я думал, что, может быть, хоть одну прослушали проповедь. Нет, а, даже и пропущенные никто не заметит. Удовлетворение, как я думаю, как я старался, конечно. Никак. Хорошо и все. Ну ладно, все понял. Да. Спаси Христос. Умышленно ты не исказил, а если где-то что-то ударение там такое, да я и сам-то не знаю, как правильно. А, ударение, ну бывает там, что да, да. Не, умышленно я ничего не сказал, это точно. И у меня бы не хватило так быстро ума вставить что-то. У него и так все хорошо, слава тебе, Господи. Да. Ну, кроме клятвы, конечно. Клятву переборщил он прям сильно. Ни к чему. Брат, мир тебе. С миром, брат. Слышал, да, у Евгения-то, что сегодня с машиной-то было? Ничего не знаю. Я тут сижу, как мышка в норе. Аккумулятор снял и мерзну, все. У него сегодня два колеса на правой стороне оба спустило. Ничего себе. За оградой машина стояла, тут сугробики у него. Оказалось, из-за мороза, из-за того, что у него колеса были чуть-чуть приспущены, и он этого не заметил. И на морозе машину продавило, оба колеса спустило. Он выходит, оба колеса спущены. Мы уж начали... Ну, я в субботу решил поехать, там в 12 часов. У меня одно колесо спустило здесь, в гараже. И машина 20 раз заглохла, пока до магазина добрались. И все. Я быстрее назад уже говорю, зачем мы только выехали? Сейчас как встанем, а минус 38. Ой-ой-ой, на силу... в норку забрался. Ну вот Евгений-то то же самое говорил, говорит, я думал ехать, не ехать сегодня, говорит. А оказалось, он машину-то купил вместе с колесами, а колеса резина дубовая. Говорит, надо... Ну, то есть качество шины очень плохие. Ну понятно, это оно еще от мороза тоже спускает, так что... Ну. Так что вот я еще не знаю, в гараже там у меня стоит, может, спущены все колеса тоже, я не могу сказать. Он колеса снял, там какого-то знакомого вызвал. Поехали с ним на машину, там проверили колеса, что вдруг это кто-то спротнул их. Как бы такая даже была мысль. Ну, понятно. Да, а потом нет, все нормально оказалось. И пока на домкрате он стоял, через некоторое время домкрат у него сломался. Пришлось ему опять заново просить этого друга приехать, знакомого вернее, чтобы он опять домкрат ему привез, чтобы колесо поменять. Дома и стены помогают. Я это ставил обогреватель, то, что... Ты подключаю, вот когда приезжаю. Угу. Вот минус 30 было, и машина не прогревается. Уже все. То есть выстужается, не успевает подогревать ничего. Ну, немножко там чуть-чуть подогревает. Ну да, там через ворота у тебя хорошо сквозит, тут понятно. Ну да, что там говорить. Я аккумулятор занес, дома сейчас аккумулятор. А у Сергея в машину-то тоже надо занести на аккумулятор, давно надо было, да? О! Надо за. У Сергея аккумулятор лопнет 100%. Ну, если не лопнет, то разрядится в ноль. Конечно, надо. Он просто не понимает. А где ключи у тебя? Да. А есть пассатижи? Есть. Ну, ты можешь сделать сам это. Пассатижами открутишь аккумулятор. А у него тут где-то вот это дергать, где водительское сиденье там внизу. Ну, такая штучка, потянешь, и капот откроется. Или кнопка, или потянуть. И а... прям там два винтика открутить и все, там никаких даже усилий не надо. Все понял, ладно. Попробуй, позвони ему. Ладно. Потому что сегодня опять 40 градусов. Я не знаю, о чем он думает-то. Да у меня... Ты автомобилист больше, чем он. Ну, у него уже не о том мозги, видать, просто и все. Да, он сегодня тоже стоял опять. Плохо ему. Опять-то? Да. Ну, ясно. Ну, жалко просто, это дорогое удовольствие. Я себе вот новый покупал, 5000 стоит аккумулятор, 5000, это же много. Лишние деньги, что ли? Вот такие дела. Я тут в затворе, короче говоря. Самоизоляция. Самоизоляция. Помоги, Господи, вам, с Богом. Все, отошел. Давай.